Всем салют, дорогие друзья, с вами снова канал OZ Games, и мы возвращаемся в Wolfenstein 2 The New Colossus. Вышел третий эпизод дополнения Хроники Свободы, который называется «Подвиги капитана Уилкинса». Его-то прохождение мы сейчас и займемся. Сразу хочу попросить прощения, я простывший, говорить трудно, поэтому прохождение будет без комментариев. Ну что, погнали? Выпуск первый «Черное солнце». Война с нацистами была долгой и кончилась нашим разгромом. Для меня все должно было кончиться, когда разбомбили Манхэттен, мой родной город. Когда война кончилась, о нас забыли. Нам никто не помогал, но мы шли вперед. У нас была одна цель — уничтожить всех нацистов по пути к земле обетованной. Мы вели безнадежную борьбу. Гибли или пропадали без вести. Почти все 50-е я был один. Потом пришел приказ вернуться на Аляску и остановить Черное солнце. Я угнал подлодку и взял курс на Аляску. Нашел кучу экспериментальной техники и какие-то боевые ходули. Удобная вещь. Годится для ходьбы и убийства. Спустя 20 лет я вернулся в Америку на задание. Пора было показать нацистам, что у старого вояки еще есть порох. У парадного входа куча охраны. Громко шуметь нельзя. Посмотрим, на что годятся эти сапожки. Terrorist? Ich darf es eigentlich nicht erzählen, aber er und... Yeah.
Я словно очутился во сне. У меня было задание, но, черт возьми, как же хотелось сожрать чизбургер. Unglaublich, dass wir Geschichte schon. Thank you.
Я почти закончил дело, но хвосты оставлять нельзя. Командир базы был где-то рядом и решил его убить. Herr General, die Planung für die Feier läuft ohne Probleme. Keine Komplikationen? Keine terroristischen Aktivitäten? Diese Feier muss absolut perfekt sein. Nichts. Unsere Operation in Alaska durchzuführen ist brillant, General. Niemand würde darauf kommen, dass wir das Sonnengewehr von hier aus abfeuern. Nicht so laut, Sie Idioten. Erwähnen Sie nicht mal den Namen. Man weiß nie, wer mithören könnte. Natürlich. Если на этой базе вообще есть сведения о Черном Солнце, то они где-то здесь. Вечеринка на подлодке, отплывающей с острова Кадьяк. Похоже, я нашел новую цель. An alle, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sammeln Sie sich für die Abfahrt zur Kodiak-Basis im Lasterdepot. Vielen Dank. Все собрались в одном месте. Похоже, там вечеринка. Старый вояка не упустит такого шанса. Thank you.
Ich hätte gedacht, hier wären mehr Männer stationiert. Wirkt ziemlich leer für eine Versammlung des gesamten Personals. Tja, hast du recht. Vielleicht sind sie schon weg. Alle sind aufgeregt wegen schwarzer Sonne. Schon vergessen, was der General gesagt hat. Der Name ist... Klar, okay, alle sind auf... Мою душу грела мысль о том, что нацистов в Америке поубавилось. Остальные отправились на остров Кадьяк. Я поехал с ними. Я вернулся в Америку и выполнил задание. Я зачистил базу, но не до конца. Руки вверх! Живо! Я оплошал. Кое-кто уцелел и меня подловили. Я начал считать. Скольких успею прикончить до того, как меня убьют? И тут случилось чудо. Последний шанс! А ну руки вверх! Все нацисты упали, будто сраженные гневом Бога. Эй, Джерри, знать нашло тебя мое письмо? Сукин ты сын. Я глазам своим не поверил. Передо мной стояли Клайв Кросс, мой заместитель, и какая-то незнакомая женщина. Ха, я знал, что увижу твою жуткую харю. Сколько лет, сколько зим, Джерри. Я узнал одну крутую байку. Слыхал про солнечную пушку? Мы с Клайвом были вместе с самого начала. После дня Д мы собрали всех белых ворон, каких нашли, и создали скорпионов. Мы стали самым жутким кошмаром нацистов. Рад тебя видеть, Кэп. Пора ввести тебя в курс дела. Эта юная леди сумела отыскать нас обоих. Это Джинни Уильямс. Уильямс. Джинни Уильямс. Приятно познакомиться, капитан. Я много о вас слышала. Да-да, взаимно. Как вам вообще удалось нас найти? Я потом объясню. У нас срочное дело. Мы мало знаем о солнечной пушке, но добра от нее не жди. Она как Дерби Штрафер, только в 1000 раз сильнее. Генерал Шварц готовит на своей подлодке вечеринку в честь первого запуска пушки. Ясно. Пушка нацистов. Создана нацистами, управляется нацистами. Скоро утонет в крови нацистов. Hier gar nicht aufhalten, der Champagner ist für die Feier gedacht. Machst du Witze? Klaus kommt hier immer mit einer Fahne raus. Es wird Zeit, dass uns auch mal was abgeht. Wo ist Klaus überhaupt? Hab ihn seit Tagen nicht gesehen. Tja,
Messe General eintraf, sollte sich Klaus eigentlich um ihn kümmern. Oh nein, warum Klaus? Der ist unfähig. Sein Vater hat Verbindungen in Berlin, deswegen ist er hier der Verantwortliche. Der General war nicht sehr erfreut, als Klaus 3 Stunden zu spät kam. Klingt nicht gut für Klaus. Я надеюсь, вы уже на огневой позиции? Готов к бою. Готов убивать нацистов. Почему вы сводите все к убийству? Кросс сказал, что он на месте. Поспешите. В ее возрасте меня бы взгрели за такие беседы со старшим по званию. Отец явно не учил ее манерам. Thank you.
Вы рядом с огневой позицией Альфа. Мощности этих орудий вполне хватит, чтобы взорвать суперпушку. Что вы справились с заданием, капитан. Этой пушке кранты. Как там Кросс? Не выходит на связь, а пушка цела. Может, стоит его проведать? Лайф работает тихо. Это не мой стиль. Я хочу, чтобы нацист взглянул в глаза тому, кто его убьет, и... С меня хватит жутких подробностей, капитан. Идите туда. Вдруг Кроссу нужна ваша помощь. Конец связи. Я хочу, чтобы он знал. Конец связи. Она что, отключилась? Eule meinte, er wäre hier.
Джерри, прием. Конец пути, приятель. Не устраивай сцен, просто сдайся моим друзьям, ладно? Что? Не понял. Они тебя поймали? Я шпион, дубина. Я всегда был на службе немецкой империи. Клайв Кросс не настоящее имя. Я снял жетон из какого-то дохлого унтерменша. Сдавайся. Вот сука! Капитан! Прием! Клайв предатель! Ага, он уже пытался меня убить. Я не знала. Он пришел ко мне и сказал, что поможет найти вас, а я поверила этому гребаному предателю. Спокойно. Где вы сейчас? Где мне искать Кросса? Он сидит в суперпушке и наводит ее на меня. Мы должны ее уничтожить. Wegen der Feier. Hab mich schon den ganzen Monat drauf gefreut, aber Dieter hat jetzt meine Einladung. Капитан! Прием, капитан! Это Кросс! Он... Что там Кросс? Черт возьми! Я скоро приду! Thank you.
Капитан, нам нужно поспешить. Кросс может выстрелить в любую минуту. Ладно, попробую. Буду импровизировать. Даже не верится, что ты сумел выжить, Джерри. Но ты всегда был крутым говнюком. Я собираюсь врезать из суперпушки по той малышке и снести вместе с ней почти всю Аляску. Это если ты не сдашься. Никогда не сдамся. Ответ неверный, Джерри. Огонь! Один вопрос, Клайв. Ты помнишь Рим? Рим? Черт возьми, при чем тут это? Вот сука! Что, вспомнил? Увидимся в аду, Клайв. Нет! Отмена! От меня идет! Мой самый верный друг оказался нацистским шпионом. Я ему этого не прощу. Напрасно ты предал меня, Кросс. Что скажешь перед смертью, сраный предатель? Чтоб тебя, Джерри. Еще мечтаешь о победе? Каждую секунду, твою мать. Увидимся в аду, старина. Измена Кросса стала ударом, но задание продолжалось. К счастью, я был не один. У нас еще есть возможность попасть отсюда на подлодку и сорвать запуск Зоненгевера. Вы там как, справитесь? Шутите? Я обожаю убивать нацистов. Господи, зачем вы так говорите? У вас что, на уме только смерть и убийство? А вы о чем думаете? Это война. Тьфу. Мама верно про тебя сказала. У тебя по жизни одна волынка. Мне дали задание, я буду убивать и стрелять. Слушай, я сражаюсь уже 20 лет, чтоб тебя и... Постой. Твоя мама? Да, идиот. Моя мама, Генриетта. Я твоя дочь, глупый ты раздолбай. Моя... дочь? В 30-е меня взяли в армию. Боевая подготовка была адом, но я думал лишь о ней, о моей дорогой Генриетте. Она была мне дороже всех. Она дала мне цель в жизни. Я почувствовал себя нужным. Мы хотели сыграть свадьбу в день, когда я вернусь домой. Но этот день не настал. Я не вернулся домой. И больше не слышал о Генриетте. Ты знаешь, что нужно делать. Ты только... вернись. Нам нужно еще о многом поговорить. Угу. Да, это верно. Береги себя, ладно? Ты будешь заперти с половиной немецкой армии. Вот тут ты ошибаешься, Джинни. Заперти буду не я. Это они будут со мной в заперти. Мой лучший друг оказался нацистом. Я нашел свою дочь. Генерал Шварц хотел взорвать кусок Америки, и я должен был ему помешать. Я хотел убить всех нацистов на своем пути. Я пробыл в Америке всего пару дней. Мой друг оказался сраным нацистом, и я нашел дочь, о которой даже не знал. Я был в шоке. К счастью, на подлодке меня ждала целая куча нацистов.
Ты уже внутри? Что за черт? Вон из моей башки ведьма. Это переносная рация. Тебе сколько лет? Вот эта хрень? Я думал, это чтобы в уши вода не лилась. Ты надел ее под водой? Ладно. Я нашла на базе какой-то план. Если пойдешь дальше вперед, то столкнешься с основными силами противника. Я не против такого расклада. Я устрою кровавый пир и... Это глупо. Около тебя есть технические люки. Врагов можно обойти. Иди туда. Было странно получать приказы от дочери. Но она была права. Задание важнее. Я бью нацистов не ради забавы.
Ты разве не слышал, что сказали насчет перестрелок? Эй, они первыми начали. Я не хотел драться, клянусь. Серьезно? Нет, мне понравилось. Отсюда ты сможешь сразу попасть в казармы. Только постарайся не шуметь, капитан. Ага. Эй, Джинни, зови меня папой, ладно? Я подумаю. Привет, капитан. Это Шварц. Я думал, с вами покончено, но, видимо, Филин оказался не столь полезен. Впрочем, неважно, эта комната станет вашей могилой. Никто не помешает запуску зонам Гевера. Я забыл обычную жизнь. Думал, погибну в бою. Может, этого я и хотел. Погибнуть от рук нацистов. Но когда я нашел Джинни, у меня появилась причина бороться. Причина жить. Шварц был рядом. Близился финал моих странствий. Я хотел взорвать этот Зонгенверер, солнечную пушку. Heute findet das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte des deutschen Приятного аппетита, господа. Это ваш последний ужин. Ist das gerade Wilkins? Sie sollten doch tot sein! Albert, erledigen Sie ihn! Веселье закончилось, Шварц. Спустись-ка сюда, чтобы мне было удобнее оторвать тебе башку. Ты как таракан, Уилкинс. Осколок древней эпохи. Но ты не уничтожишь наше величайшее достижение.
Ребятки, sofort! Ich brauche Hilfe! Пора прикончить эту сволочь. Шварц, ты проиграл. Отойди от пульта. Проиграл, Уилкинс? Ты хоть знаешь, кто я? У меня великая миссия. Меня не остановить. Выстрели, и я дерну рычаг, чтобы включить пушку. Бросай оружие, если не хочешь, чтобы твоя любимая дочка стала первой целью. Сука, твоя взяла, Шварц. Старый дурак. Ничто не остановит Зоненгевер. Нет. Стоп. Что происходит? Папа, прием. Пришлось повозиться, но я смогла вырубить все спутниковые антенны в районе. Думаю, они остались без связи с космосом. То есть солнечная пушка не выстрелит? Могу порвать в клочья этого мудака? Да, сэр. Задай там жару. Понял тебя. Черт, работай же! Черт подери! Капитан! Мы с вами друг друга не поняли. Может быть, все обсудим? Пап, ты молодец! Ты вернулся! Ну да, задание выполнено. Ты тоже хорошо справилась. У нас здорово вышло. Знаешь, пап, мне кажется, мы отличная команда. Может, еще повоюем? Что скажешь? Мы здорово сработались. И так не хотелось расставаться с сапогами. Солнечная пушка до сих пор на орбите. У нас еще много дел.